Хранители древних традиций – патриоты своей страны. Их лозунг – «За веру, за отчизну». 12 октября в нашем крае отметили 323-ю годовщину образования Кубанского казачьего войска и День кубанского казачества. В этом году праздничные мероприятия прошли в Темрюке. Праздничное собрание казаков Таманского отдела началось, как и принято, с молитвы. На главной площади Темрюка в этот день собрались представители 8 районных казачьих обществ, а также учащиеся казачьих классов и кадеты, собравшихся с 323-й годовщиной образования Кубанского казачьего войска и Днем Кубанского казачества поздравил атаман Таманского отдела Иван Безуглый. Судьба казачества неразрывно связана с судьбой всего русского народа. Все казачьи войска вписали своими подвигами на полях брани яркие страницы многовековой истории Российской империи. Сегодня Кубанское казачье войско – надежда и верная опора Кубанского края и России в целом. Это могучая сила, которую боятся все враги государства российского и веры православной. Кроме того, мы воскрешаем духовную чистоту и искренность нашего народа. Передавая все лучшее, завещали нам наши предки, детям, начиная со школьной скамьи. Именно им предстоит стать продолжателями и носителями вековых традиций, устоев и богатейших казачьих культур. Дорогие братья казаки, дорогие дети, в этот великий праздничный день я хочу выразить вам глубочайшую признательность за то, что вы своим гражданским подвигом соединали героическое казачье прошлое и настоящее, славное кубанского казачества. Благодарю вас за веру и верность. Праздником, дорогие братья казаки! Слава России! Слава кубанскому казачеству! Нынешнее казачество – это реальная общественная сила, активно участвующая в жизни страны. Казаки охраняют границы, принимают участие в охране общественного порядка. Казачьи дружины участвуют в мероприятиях по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, занимаются воспитанием подрастающего поколения. День образования кубанского казачества – это праздник традиций, веры и кубанского единства. И в честь праздника казакам, отличившимся на службе, были вручены грамоты губернатора Кубани. В числе награжденных были и казаки Славянского казачьего общества. Самые активные также были отмечены почетными грамотами главы района. Получая награду, каждый казак благодарил словами: «Служа казачеству Кубани, служу великой России и православной вере». В этот день то и дело можно было услышать троекратное «Ура» и возгласы «Люба». После награждения стройные коробки казаков и казачат прошли по главной улице Темрюка торжественным парадом. Анна Монастыренко, Игорь Иванчиков, программа «События».